Всем привет на вам 148-м стриме. Сегодня мы, надеюсь, заканчиваем то, что начали вчера. А именно, допроходим боши в Mirror Mode. У нас остался Фолгрин. Но он оказался напряжным. То есть, из-за того, что все зеркальное, все тактики напрочь сбились просто. Поэтому я даже не знаю, сколько у меня времени сейчас уйдет. Я думаю, это будет не очень короткий стрим, несмотря на то, что, казалось бы, обычно в обычном режиме на Солгрина трачу там, ну, 10-20 смертей там, да. А как бы тут что-то тут уже посложнее будет. Вот, ну что ж. Так. Да, тут управление инвертированное, она больше не может. У нас уже 52 смерти на нем. Ну, хотя первая попытка не такая уж плохая была. Ну, именно для Mirror Mode. Вот это уже хуже. Блин. Вот странно, вроде бы только инвертировалось изображение, но почему-то также сбились тайминги. Да вот почему я вот это не могу... Я забыл, почему я не могу... Что я там, забыл какое-то одно действие. Блин. Так. Привет, пророк. Сегодня у нас больше день с утра Торыч проходил больше в обычном режиме. Теперь я в зеркальном. Да надо, пророк, надо. Ну как-то тупо пройти всю игру и дропнуть на последнем боссе. Тем более, что ты-то уже его практически прошел. Там рандомить осталось. Привет, Тор. Дропнул он, ага. Ой, вообще не понимаю, как там прыгать. Блин, ну почти заспамил, если мог бы, ну то есть если бы я не умер, то заспамил, то хватило бы урона. Нет, Тор, на, сразу говорю, на фазу этого Троллгрина я не пойду. Не, ну если случайно выживу, как бы, и не заспамлю, ну на той, где я заспамливаю, конечно, они будут тупо резет жать, но вряд ли такое случится. Может, и втащишь. Только ты бы на стрим, наверное, это делал или как? Это что за не очень. Ага, ну. Привет, Шокой Шалман. Надо норм урон вливать просто. Не, я вот на той фазе, где я бегу от этих синих столбов, что-то как-то плохо очень вливаю. Еще я просто не вижу, сколько у него осталось, потому что я не взял эту секретку. И, блин. Ну, я привык ориентироваться, как бы.
Не, много так осталось. Ну, я не знаю, просто ты, по-моему, не смотрел, как я больше играл. Да, не помню, что ты на стримах сидел-то особо. Я стал Грина в обычном режиме убиваю без проблем. А вот в зеркальном... В зеркальном печалице. Первый раз. По другому пути? Это как? Нет. Пройти босса можно двумя путями. Убить Солгрина и отправить в корзину. А, ты про тактики? Можно. Но это лучше. У меня в начале была, когда я первый раз проходил, у меня была другая тактика. Но на ней невозможно заспамить. Блин, хотел запретный урон нанести. Но вон через зеленый путь вы прыгаете однако. А там по-другому не будешь прыгать. Там можно ходить влево-вправо, как Фабино. Но опять же, так ты не заспамишь. Вот Тор мог бы и ходить, все равно он не стреляет. А мне ходить там никак, потому что я, ну, меня застреляют. Мало страчу у него. А что это? Ну это вообще удали, я, по-моему, вообще ничего не потратил. А вообще босс-то на заучивание, так что как бы, что удивительного, что все тактики одинаковые у всех практически. Какой Хадукин? Он же Хадукин там не пускает. Да хорош, да удаляйся. Да что же я это... Надо хоть тут выжить-то, если уж прохожу до сюда. Может, я его, ну... Через Тролгрина пройду сразу. Что же он не убьется-то, блин, никак. Остается там уже пара хп, блин. Да убейся об стену, Солгрин. Вообще, как бы, больше в Mirror Mode это практически такая же. То есть, если изначально человек будет играть в Mirror Mode, он не почувствует практически никакой разницы. Только с той разницей, что при каждом запуске больше нужно управление менять. Ну, влево-вправо. Но если представить, что управление бы запоминалось, то никакой разницы. Именно если сразу изначально в этом режиме играть.
Потому что, ну просто, ну, как бы, какая разница, да? Когда с нуля играешь, тебе все равно ты налево идешь или направо. Ну да, Тор, ну ты, тебе осталось уже все. Мне кажется, на следующем стриме, если тупить не будешь, ты его убьешь. Может быть, даже сегодня вечером убьешь, если ты вот будешь еще стримов делать. Может быть, убьешь. Ну на Градиусе ты пофармишь, я гарантирую. Ну, хотя бы раз-два, но точно. Хотя кто знает, может быть и не пофармишь. Но мне кажется, на вот этих маленьких козюльках пофармишь. Опять мало, ужасно мало убил. Ну что это сейчас было? Я жал вроде. Ой, это вообще какой-то не по тактике был. Это как он там задевает? А, так. Да, он не сдох, что ли, ну... Блин, там вот не хватает какого-то одного рывка, который я где-то пропускаю постоянно. Не знаю, Пророк, мне кажется, босс очень интересный и классный. Вот опять пожадничал, но, по-моему, я вот тут где-то как-то стрелял. Хрен его знает, что-то. Просто как-то там какая-то тупая заминка, и я что-то не помню, чтобы она у меня была в обычном режиме. Заминка какая-то там происходит, я стою на месте в это время. И что-то я такого не помню. И главное, я не могу вспомнить, в Mirror Mode я не могу вспомнить. Странно. Скажи, кстати. Ну да, лунная походка теперь влево. Блин. В смысле спать? А ты не будешь смотреть? Вроде сам же звал. Гадина. Пророк, я не уверен. Нет, по-моему, нет, вроде не споют. Да, не споют, я как-то. Я на ЕЗ проходил без музыки. Ну там хоть и не та песня, но суть-то та же. С точки зрения движка игры. Thank you.
Блин, что-то как первый раз, да, проходим с Лугрина. Еще даже второй стадии не видели. Одна за другой учим атаки, можно сказать. Ой, да наконец-то! Но все равно хотя бы заспамил. Блин, ну вот тут прыжочек надо делать все-таки. По-моему, я как раз таки его и делал, да? Ой, не заспамил. При нормальном раскладе у него должно сниматься где-то около 20 хп на первой фазе, насколько я помню. Что за пролаг был такой? Я не попадаю еще в фазу, ну, его вот эти прыжки. Есть. Выжил. Дойду ли я до верха? Дошел. А с какой стороны он выпрыгнул? Ну да, другой. Ой, как непривычно. О! Это повезло. А как тут даже действовать-то? Ой-ой-ой, это как-то было стрёмно очень. Привет, Прескаут. Ну это прогресс. Ну Тор, ну все тактики сломались, ну серьезно, все тайминги сломались, все сломалось. Я не считаю, что я лажанул на самом деле, ну прям сильно, потому что очень непривычно. Да ладно, он не умер, ну как... Какого фига? Да я тут сейчас фиг размитрю, я что помню, что ли?
Да вообще не попал по нему, ну как так? Другое дело. Ой, это лажа. Нет, это опять какая-то фигня. Да что же я делаю-то? А к чему это я, брат, не очень понял? А, типа я в Солгрина не попадаю. Не распамлю. Такое ощущение, что босс сложный. Какое-то обманчивое ощущение. So fucking close. Да не, ну там пиксель не исчез. Ой. Да что же это? Да, успокойся. Ой, не, Солгрин, ой, Солгрин, говорю, пророк, я не согласен, мне очень нравится босс, очень интересно сделан, эпичный, и музыка эпичная, и атаки эпичные, не, по-моему, классно. Правда, Троллгрин фаза, пипец, конечно. Пророка Флагрина нужен. А, я что-то не на тот смотрел. Тоже ничего, усы. Тебе лучше знать, ты в усах разбираешься. Нет.
Да не, ну что-то тайминги не те. Не попал. Да что такое? Платформа это что такая маленькая? Блин, вот я по-любому отвыкну теперь в нормальном режиме проходить. Пипец же. А чё я тут, Тор, чё я? Норм. Не, ну уже дела получше пошли. Я более-менее хотя бы дохожу до второй стадии. Что я сейчас сделал? Мне показалось, я не запрыгнул. Он два раза подряд дошел. Ну все, первая стадия затренена. Ну это было как-то вот. Прыжок веры. Это был косяк сейчас. Не заспамлю, не собрал посуду. А, вообще у меня сейчас. Да блин, ну... Нормально, вообще быстренько разобрались. Да. Ну. Что-то я не могу сообразить. Чем мы с этими прыжками, блин, не так?
Офигеть, я буду ржать, если мы 1000 смертей наберем. Не, думаю, наверное, до такого не дойдет. Хотя... Да ну вот он не спрыгнул, я же отходил, а он не упал. Не знаю, тоже рефлекс какой-то. Не хватает энергии переваривать и не спать. Это же надо две задачи делать. Не спать и переваривать еду. Одновременно. На самом деле, кажется, да, на второй стадии, там же рандом, да? Какая разница, миррор или не миррор, да? А разница есть, все равно руки привыкли отпрыгивать в другую сторону и так далее. Есть разница. Не, ну это ГГ, меня там зажали просто снизу, я вообще ничего не мог сделать. Ну только если как-то прям жутко-жутко намекрить, но это маловероятно. Иди лети уже на вторую стадию, Солгрен, сразу же. Чё фигня есть, сказать? Не, ну тут Тор как бы, на самом деле, я же сам вниз спрыгнул, да? Мы никто меня туда не просил прыгать. Так-то. Да вот что это было? Ну, это фигня была, но это не за спам, за спам. Блин, ну я думал, она выше полетит. Thank you.
Да что такое? Блин, чё не так? Всё сломал. Да хорош умирает! Блин. Но не на этой фазе, по крайней мере. Что спам вообще сломался. Ну вот на этом можешь умирать. Не, Тор, не горит, это просто скорее, ну так, чисто просто эмоциональный выкрик. Ну как бы ощущения горения нет. То есть пока я сижу, мне норм, как бы ничего не горит, ничего. Через часик уже может будет гореть, если не убью, конечно. Ну блин, чё с ними не так? Почему не получается? Тор, это ты себя вспоминаешь, да? Да у меня спам сломался. Он не спамится. Привет, Снап, как ты? Ну вот я настроил, ну в плане, что учетные записи свои добавил же. А интерфейс зачем? Ну не нормально. А как там размикрить-то можно?
Так, Снап, а зачем на стриме тебе читать чат? На стриме чат нужен для Ютуба только. Кому надо прочитать. По идее. Ну, я думал, что нормально смотрится. А чё тебя не устраивает розовый ник? Ты округлишь Снапа? За что ты вот так? Ну вот удаляй. Привет, Эли-Ли. Что-то пошло не так. Забыл, что второй тоже тоже сходил. Да, конечно, вот это офигеть было, как прикольно. Что не так со второй стадией? Что не так? Какая разница, Mirror Mode, не Mirror Mode, практически одно и то же. Я понимаю, первая, да, очень сильно отличается, но вторая... Да потому что это легкая хрень, ну это легкая хрень, и почему я не могу пройти? Я понимаю, когда первый раз играл, да, там нечего было гореть, потому что, ну как бы, ну это же сложный босс, да, считается. Понятно, что я, почему я на нем не могу пройти, но почему я сейчас не могу пройти? Я его прохожу в обычном режиме, там, смертей за 20, да, там, и то это я считаю еще и закрадил. Блин, а тут... Mm-hmm.
Всего лишь пачку реального ёбаного порошка, да, все, кусок здоровый. Все, надо ее выкинуть, отстирать полностью, выполоскать. Как, почему я это не могу пройти? Лол. Блин, что-то хитрить как-то. Все по-другому стало нафиг. Ну конечно. Все, первая изич вообще. Даже на мирроре она изич. Ну подумаешь, я на нее потратил 200 долбанных смертей. Ну блин, все равно. Ну все, сейчас тоже она по изичу проходит. Ну там случайная смерть, это не все, это же больше. Ну, конечно, цикл пережил, ё-моё. А куда она полетела? Куда она полетела наверх-то? Там же третья стадия, она сейчас Рю убьёт ещё. Уже 243, блин. Жесть. Неплохо вынес. Все, вспомнил, как эти волны проходить. Ну как бы сориентировался. Тут не надо прыгать, тут так же скатываешься и все. Блин, ну это было близко уже. Что такое это? А, это компьютер. А, реал-тайм стратегия, что ли? Привет, плюшечка.
А мы тут плюшками балуемся. Ну, в смысле, с Толгримом бываем. И я скажу, Солгрин из Зазеркалье, он более жесткий. Он более злой. Персонаж! Я противовес все выдержит. Можешь не беспокоиться. Да что ты делаешь, Солгрин? Я понимаю, что это первая стадия, но все равно, ну... Блин, ну надо же ее нормально уже по-быстрому проходить, чтобы мучиться на второй. Не, ну Тор, ну как бы ты это уже ульта. Я имею в виду какие-то обычные вещи. Привет, Старбриз. По умолчанию, да. Но это очень логичная сна, потому что управление, оно не изменилось. То есть изменился вывод на экран, а управление как было, так осталось. То есть как-то... Ну, блин, ну я думаю, ты, наверное, понял, а может и нет. Ну, то есть технической точки зрения, да, то есть... Когда-то зеркальная вот эта штука, да, то есть я иду как бы в левую часть, которая раньше была левой частью, и я нажимаю влево, я к ней и иду, только теперь она справа, ну то есть с точки зрения движка игры ничего не поменялось, поменялся только вывод на экран. Но я сразу говорю, это если бы я еще не переставил управление, это было бы просто... Это, ну, я бы еще бы, наверное, на втором уровне сидел там на каком-нибудь. Привет, Эгенлаш. Переиначить. Такое интересное слово. Я его слышал только от бабушки, от своей.
хочу спасибо, я просто констатировал факт. Это может ничего не означать, это означает только то, что я бы ранее вот слышал как от одного человека. Ну, не догнала, вы видели? А у нее она прям летела, как стрела какая-то, через весь экран. Пророк, очень странная логика. Не помню, вчера или позавчера, короче, когда он на первом уровне был, я так чуть-чуть посидел. Ну, что-то он... Слишком он как-то мало комментил, конечно. Ну, типа там вечер и все такое, ну, блин, что тогда... Короче, вот. Я раньше тоже такое сделал. Ну, китель с джойстиком, ну, удачи ему. Ну, ибо нормально еще используется. А снап, а с чем это связано? Это какая-то просто прихоть или... Ну, как-то просто так приучен. Как учили. А ехай — это вообще ошибка. Нету слова ехай. Эти — это не ошибки, не ошибка, по крайней мере, Коле, ибо... А переиначить, кстати, не знаю. Их ты. Да-да-да. А еще это... Звонить, позвонить. Что в Diablo 3 играл? Почему этот комментарий? А, это ты мысль по одной строчке высказываешь? Ну это не очень, конечно. Пожиратель человека.
я тут так скажу. Мне кажется, человеков, да, то есть вот такое множественное число, это вполне может быть законно, если речь идет о том, что есть какие-то разные расы там, да. Ну, то есть какие-то там инопланетные или еще что-то. Потому что как бы люди, это как народ, да, то есть это не именно человеческая раса, это просто, ну, как бы, ну, вы поняли, скопление, скажем так, разумных существ, да, типа, народ, люди, вот, а человек, это именно, ну, это именно человек, это вид такой. Не знаю, то что-то не прёт, и если честно, уже не хочется. Слишком сложный пост. Нет, не умер. О, удаляй. Интерстеллар я жду, да, в Full HD качестве. Ну что-то как-то совсем плохо подпортил. Нет, не смотрел. А, не, не, начало, не помню, смотрел или нет. Блин, я не помню, какие фильмы видел. О чем там сюжет? А, Тор, так это вообще как хочешь. Тут полная свобода действий. Я в кино хотел посмотреть, но я зашел на сайт, а билеты все проданы уже. Ну, блин, все. А другой день у меня не было возможности. Один день только была возможность, и не было билетов. Продали все. Кинотеатр только один в городе.
Да лол, почему? Да снах, что... Не, наверное, не видно. Интерстеллар прислал. Я когда увидел, что билетов нету, пошел вместо этого стримить. По-моему, Салгрина как раз таки убивал. Исходный код, мне рассказывали о чем. Престиж вообще не помню. Ну, то есть не знаю, по-моему, не смотрел. Да какое идеальное качество? Нормально нужно, не с, не с камеры. Ну это удаляю. Вы видели это? Отчаянная микро. Чего, несколько недель назад? Так он так долго шел, что ли? Снапуля. А откуда он взялся? Еще же нету на Blu-ray. Что это было? Ну что это было? О, понял. В смысле? Ну короче, там звук плохой, я так понимаю, с кинотеатра. А изображение с западных Blu-ray, да? Короче, я посмотрю, когда нормальная версия будет, чтобы прям качество зашкаливало. А, ну вот, Снап, я об этом и говорю. Не, нафиг такой, там звук ужаснейший будет. Такой глухой, особенно какие-то басы, это будет просто такой стук. Примерно вот такой. Не такой, конечно. Ну, короче, неприятный для ушей. Очень глухой, слова не разобрать. Я знаю, что такое запись кинотеатра. Раньше смотрел, еще когда пиратские DVD продавали. Ржать на серьезном фильме? А, жрать?
Это было непонятно. Ну нормально, я всегда почти 10 мегабайт в компьютере, ну 11 тысяч, ну если сторонки. Потому что у нас ретрекер локал, ну локальные пиры на торрентах. С ретрекера, там, с кинозала. И их очень много. Ну короче, всегда полностью сетку забивает. Ну практически, если это не какая-то редкая раздача, капец там. Значит, бьются там, где положено. Ну, в смысле, там, где смешно. Как можно смеяться там, где положено? Ну, там, где шутка, наверное. И, ну, видимо, она удачная. Какой трекер для избранных анонимов и видных? О чем? Ну пророк, снап живет там где-то в этом. Далеко. И там может быть культура не очень в кинотеатрах. Думаю, что такие трекеры есть. Смешно. Это уже смахивает на какую-то теорию заговора. Там, если по своим каналам передают, то это не торрент, это другое что-то. P2P, скорее всего, либо тупо флешки. Снап, а ты же это... Вот шоковый шалман вроде как-то недалеко от тебя, походу, да, живет? Ты его не знаешь вообще? Ну вы вроде в одном, по крайней мере, в одной республике живете, по идее, то есть там... Как бы в течение дня можете друг до друга добраться. Привет, Silent Bob. Ну и просто я к чему это, Шоковый Шалман говорит то, что, ну я говорю, типа, ну, я не помню, как там был разговор, но типа, ты живешь в Биробиджане, как бы, а не в глубинке, он говорит, это и есть глубинка. Ну, так что про медведя, может, и правда даже. Пророк, ты не перепутал слово «приличное» с «обеспеченное»?
А откуда она взялась? Шоковый Шалман, как тебе кинотеатры там? Он снова говорит то, что у вас там кинотеатры. Типа одна бодрятина ходит. Или он в какие-то другие кинотеатры. Ну у вас там вроде, ты говоришь, один кинотеатр на 100 километров, так что скорее всего в один и тот же ходите. Ну, не знают, ну, в Биробиджане, видимо. Ну, Снаб же где-то там живет тоже. Нет? Что-то я что-то путаю? Ты же вроде бы тоже в той области живешь. Ну, откуда-то вроде оттуда. Не, ну ты говорил, вроде там где-то в окрестностях, нет? Ну, может, я что-то перепутал. Ну, точнее. Опасно как-то я эту тактику выполняю. И не могу приспособиться что-то. За что ж ты не убиваешься-то, ну, Солгрин? Ну, наконец-то! Что? А, в другую же сторону, в другую же сторону! Я поздно сообразил. Скрывается. Тот доволен. Он говорил дойти мне до третьей стадии.
Ты секреты смертей уже на полгрине. Ни хрена себе. И это еще не предел. Хорошо так заспамил. Блин, вообще жесть какая-то непривычная. Точно, не в ту сторону. Вроде простая логика конвертирования, но... Улетай. Ну чё, зафейлил? Я вообще хрен знаю. Ну офигеть, вы видели? Там невозможно было вымикрить. Новогодний. А, ну это в чате что-то баг какой-то. Ну он видно запилил там. Привет, Вова. Да, перескачает. Ну а чё, круглый год, Новый год, некоторые еще елку не убрали. Привет, Найтрики. Ну так потому что этот же, ну вторая часть же игрушки идут, ну, в кошек это играешь. Поэтому да. Прикинь, короче, на трике Фолгрин вообще жесть, ну, за Mirror Mod. Ты видишь уже сколько смертей уже? Там сколько, 340 где-то смертей. Чисто на Фолгрине. Да, это мало, это очень легко сказано, непривычно. Все тактики просто нарушены. Просто в мясо. Сколько смертей наработал на обычном? Где-то 20. Не, ну в смысле, разумеется, снап. Ну, я думаю, это было понятно. Речь именно, что жесть после нормального режима, именно вот это.
Оп, оп. Ах ты ж. Кстати, на трике ты же еще не знаешь. Я Читамена буду скоро убивать. Ты как? А, у тебя же, блин, зуба, что у тебя там комп не куплен. А то я думал, вместе, может, будем параллельно пытаться. Не, ну я это не пройду сразу, конечно. Я понимаю, я видел прохождение всего босса Читамена, но как обычно, видеть это не пройти. Скажу, по-моему, макак это не самая сложная фаза там. Вот там по тарелочкам потом прыгать, по-моему, что-то это жесть какая-то. Вот это было неудачно. Ну, пчелы, да. Ну, я не знаю, но посмотрим. Я-то его даже вообще не пробовал как-то. Не включал ни разу сам. Короче, ждем, как проснется Тор, и идем смотреть, как он убивает Солгрина в обычном режиме. Ну блин, что-то они совсем меня зажали.
Да, снап, разнообразие. Но Салгрин день сегодня. Не, Фабинош болеет. Блин, если честно, я надеюсь его убить сегодня. Ну, блин, хочется. Ну, как-то тупо, блин, за стрим не убить Салгрина, хотя я его уже убивал один раз. И пофиг, что зеркало, ну, блин. Зазеркалье. Все равно очень как-то тупо. Да ладно. Какие, можешь какие-то названия сказать? Может быть, я даже что-то знаю. Чё он не умер-то? Поролся, что ли? Да лол, ну хорош. Почему я его не могу теперь заспамить? Рука что ли уже устала? Ну, вроде не особо. Я тут вообще не знаю, как разница в этом режиме. Очень неловко, очень неловко. Ну ладно, вроде выжил пока. Не, ну видите, это должна быть ответная попытка. Что я делаю?
Да удаляй! Да. Лаки. Джоуст, контра 1993. Контра 1993? Это что, реальная игра, не какая-то пиратская? Такой не слышал, да, такой нет игры. Снабдело говорит. Это мод какой-то, видимо. Тем не менее, тем временем, в смысле, уже 378 смертей на Солгриме. Это было легко разминировать, они удачно выпали. Очень даже удачно. Пучком там фактически валялись. И не на платформе. Ого! Лагануло как неудачно, но... Пронесло просто. Давай. Ну кому ты так делаешь? Мне просто интересно посмотреть. Ну и все, Солгрим, да, прилетел? Иконы там подгорают. По такой игру Джоуз. Скорее всего, в России ее не было, наверное. Ну, в смысле, даже на Денде. Нифига. Нормально продамажился. Одобряю. На втором цикле должен добить. Если, конечно, не будет совсем плохо. Оп. Нет, именно плохо вышло. Да, именно плохо. Вообще практически ничего не попало. Mm-hmm.
Давай третий чуть-чуть получше. Ну зато добил. Балун файта. А я не знаю, кстати, даже Балун файта. Что-то не помню. Что знакомое название, не могу вспомнить. Балун файт. Ну ладно. Походу я такую тоже не играл. Хотя вроде звучит знакомо, но что-то все равно не могу вспомнить. Даже по такому описанию. Ну что-то знакомо звучит. Но скорее всего у меня картриджа не было. Я думаю, я все игры помню, которые у меня были на картридже. Чего лысеешь? Еще не прошел, блин. Хорош спать, иди уже стрим с Алгрина, а я закончу. Идеально. Конечно, хреновая идея играть в догонялки с этими шарами, но это было сразу понятно, что это фейл. Ну, Тор, вообще-то я даже тебя уже дошел. Так что... Козявках на третьей фазе, на третьей стадии. А, где тот? Эти гидропомпы.
Надо было... Ладно. Но надо было, блин, не прыгать. Пожадничал. Пророк. Довольно опасная была ситуация для жизни Гоши. Да ну. Ну давай, снап, удачи. Все расходятся. Уже. Не видят никаких перспектив. Все плохо. Ой, ты что такое? Неправильно. Эй, зачем? Ну иди стрим до тут. А еще можешь World of Tanks постримить. Тогда можешь маджонг постримить. Ой, плохая ситуация. Да. Не знаю вообще, как там можно было размикрить. Ну можно было, но что-то я... Ну, тяжело довольно было.
Не, ну блин, у меня уже все есть, чтобы пройти Солгрин. Я уже все зеркальные практически фазы выучил. Ну, на последний там градиус, там, в принципе, без разницы, зеркало или нет. В принципе, без разницы. Я не думаю, что прям как-то влиять это будет. А все остальные я уже проходил. В итоге, блин, надо просто пройти. Пройти. Вот эта попытка удачная, да, брат? Сейчас победа будет в этой попытке. 406 смертей потратил я на зеркальный режим на Солгрина. Ну нет. Да, Тор, буду смотреть. А тем более, что я не видел эту игру, так что если с первой части, я точно буду смотреть. Не, ну если ты не будешь пропускать диалоги, а будешь, ну, как бы все диалоги смотреть, все тексты и так далее, то, ну, тогда да. А если просто как шутерок пробежать, или что там, там, холодное, по-моему, оружие, да, то, ну, конечно, то это плохо. Ну, Тор, ты меняешься. Что-то было. Какой платформа? С этой вот? Вот с этой? На какой стадии? А чё, Тор, почему нет? Ну только единственное, что финалку пройди. Да пройди финалку желательно. Финалка ж не маджон. Да, Тор, он... Ну ладно. Я тоже просто не знаю сюжета, но я знаю, о чем он говорит. Можно смайлик Адольфа поставить. Есть.
Шинпукен. Так, Шоклиф. Да не в ту сторону, но... Четыреста двадцать одна смерть. Удаляй. Ну не буду, конечно, специально рестарт взять, но... Ой, как же Фабино тут долго будет, как же он тут долго будет. Я уже и забыл, какая боль может быть на Салагрине. Да вы чё, офигели, что это? Чё это было вообще? Напали со всех сторон. Кружили. Удаляй, ну опять, ну... Зачем так близко прыгать? Ну блин, Тор, пока на себе не прочувствуешь. К тому же я же тебя так одним глазком-то на работе смотрю. Я же все-таки занят там делом, поэтому как бы, ну, я просто смотрю, прогресс есть, прогресс нет. А как бы когда ты сидишь и просто тебя тут насилуют Салгрин, то это как бы, блин, совсем другое дело. Не, ну блин, ну тот у меня не горело, ну просто, блин, такая глупая была смерть. Ну у меня такие же бывают, но это не значит, что я не должен фейспалмить. Как бы, если я тоже делаю глупые смерти, от этого они не глупыми не становятся. А, Индиана Джонс, хоть я, по-моему, играл. У меня был картридж Индиана Джонс, но я вроде не проходил. Да не проходил. Ну, короче, немножко. Играл, точно играл.
Вроде ничего так было по геймплею, но это было очень в далеком детстве, поэтому я ничего не помню. Помню, что он вроде там с хлыстом ходит, но это очевидно, да? По фильму. А, ну тогда не знаю, какая-то была одна, я фиг его знает какая. Не, почему я еще это несколько Lizard Man мастеров прошел и Канилию первую. Я его навизыгай. Что-то у меня первая стадия уже начала расклеиваться. Или она так и была? Вот это вот удаляй. Это в стиле Тора. Да что, тороплюсь. 440. Вроде хорошее расположение. Ну, мало, конечно, урона нанес, но зато легко было разметить. Это было как-то жестко. Убил! О, пророк, поздравляю! Башист! Плюс один башист. Ну чё, крут? Крут. You are the boss now. Ну чё, вообще норм. Сколько смертей-то? Всего. И сколько на солгрине? Песенку не поют? А, ты без... Почему? Ты музыку выключил все-таки? Ну теперь-то ты рэп по-любому затащишь. А, по саксофону.
Не, ну ладно, наконец-то, наконец-то. А чё на трике, тебе много не хватает-то? Или не хватает целиком? Неплохо, намного меньше, чем у меня смертей. Как ощущение? Ну, блин, сейчас цены, конечно, на железо. Печально. Руки трясутся. Градиус первый раз затащил. Не, ну неплохо, неплохо. Ты сейф только не забудь сделать. Там в телепортационную зайди и сделай сейф. И Дарк Боша возьми, если ты собирался встретиться. Ну, сейф хоть сделаем. Я тоже так думаю. Но ты знаешь, я думал, что у меня не будет эмоций, когда я пройду Соника. Я думал, что у меня не будет эмоций, когда я пройду Солгрина. У нас Соники, ты помнишь, какие у меня эмоции были? На Солгрине у меня были не такие, потому что я не сразу понял, что я его убил. То есть я же не знал, может там еще 100-500 фаз. Вот, и как бы это... Просто в шоке сидел. Тупо в шоке. Вообще, Тор, как бы, по идее, тебе бы с вебкой, ну блин, нет, конечно. Не знаю, такое под вебку куда делается, это идеально. Корабль парин. Память. У меня то же самое. У меня то же самое на основном сейве. Но благо Фабино не тестил, так что у него будет все засчитано. Да опять, опять! ...3520 Солгрин. Ну давай. Давай на хардоне пойди. А то чё перескакивай сложность? Тут Рэби Рейдж, а потом сразу рейп? Ну не, надо в хардон тогда тоже. Я вот по сути прошел на ЕЗ, прошел на тот Рэби Рейдж, прошел на хардоне. Сейчас вот пройду на Mirror Mod, и останется только 100% и рейп. Ну, для 100% мне не хватает только читамена, ну а рейп это рейп. Чатик читал? Тор меня убил сейчас.
ты не убился? Нет, Тор, не в этот раз. Не в этот раз. В смысле, в телепорте сейф. Зайди в телепорт и сейф. Только не убей босса случайно, мышкой там. Что это было? Кто знал, что на Солгрине такие проблемы будут? Я, если честно, думал, за два стрима я легко пройду Мир Узмат. Ну я, в общем-то, за два стрима легко дошел до Солгрина. Ну не то чтобы легко, но нормально. Ну блин, Солгрин что-то подстава какая-то. Да. А почему ты на меня смотришь, а на себя не смотришь? Да что это? В смысле, к чему это сейчас? Ну у меня вначале немножко погорело. Первый час, сейчас нормально. Просто мне будет именно не горит, а мне обидно будет, если я за стрим его не убью сейчас. Ну это совсем какая-то фейл. Обидка будет. Застрял в платформе Тор. Вот впервые за весь стрим я застрял в платформе. Зачем тебе сейф удалить придется?
у меня лично куча-куча бэкапов, сейвов для больше. ЕЗЭ пройденный, мой первое прохождение, рейп, тренинг на хардоне, вот этот сейв, еще какие-то там. Листы, блин, солкрин. А, Defender, привет, привет. Ну чё так, голова не болит? Удались. А, ну нормально. А чё тогда на стрим пришел? Пека-пека. Я-то, конечно, не прогоняю, но разве... Это в тему. Подгниваем. Ясно. Да хорош не умирать уже. Хорош не умирать, Салгрим. Спрятался, понимаешь, из-за зеркалья. И думает, теперь ему ничего не грозит. Потому что якобы тут никто не может сориентироваться. А, Defender, у меня Mirror Mod. Видишь, все отражено в горизонтальной плоскости. Лево это право, право это лево. Ну блин, это фейл. Видно только вот этот вот Final Pass, он не отражен, потому что он скроллящийся. Видимо, Солгрин не осилил его отразить. Нирк.
Что это было? Какой прекрасный босс. Всем он нравится, всем он по душе. Нет. Каким не располагаю. Наконец-то. 506 смертей. 506. Это же 5 сотен и 6 на одном боссе. Даже тот в шоке. Если так дальше дело пойдет, то мне придется открыть коробку сока добрый, который у меня стоит под рукой. А то иначе это хорошим не закончится. Не умер, что ли? Ну, пророк прям наркодилер какой-то. Прям достать может то, что надо. Тот у него шторка там висит сзади.
усиленная работа мозга должна быть за счет твоих собственных возможностей. А не за счет читов. Да как ты не умер-то? Теперь я умер. Что-то он все как-то туго пошел, просто пипец. И до третьей стадии вообще перестал доходить. Откуда такие мучения на Сулгрине? Я офигел просто. Че это такое, блин, не в тему. Ладно, хоть чуть-чуть пробил ему в лобешник его картонный. Ой-ой-ой, это было опасненько. Не умер. Умер! Завязывайте обсуждать, пророк. То, что вы обсуждаете.
Опять немножко неловко вышло, но в принципе нормально. Танковый день? Не, давай торт, то есть не танковый, Солгрин день же сегодня. Бьется, конечно. Ну я бы не сказал, что это удачный рандомайзер выпал, но сейчас уже нормально. Оп. Ну убейся, убейся. Wings of Wii нет, не прошел. Но пройду. Удаляйте меня. Удаляйте меня. Срочно удалите. Нет, ладно, еще продолжим. Я знаю, но я что-то я подумал, что Марио сейчас уже обратно полетит. Ну все, клин мозга, есть такой диагноз, клин мозга. Вот он произошел. Опять, чуть не... Привет, Владко. От переменного не квадратит. Значит, просто низкий ставишь рубеж. Либо ставишь слишком низкое котирование. Все алгоритмы нормально работают, он не будет потратить из-за переменного. Относительно добрый вечер. Вот именно. Того же. Oh.
Ну, Defender, у кого-то руки. Крюки. Не, ну Тор, как бы в данном случае у тебя аргумент, конечно, не сильный. Потому что, знаешь, формат АМР, например, звука тоже не зря сделали. Но это не значит, что на нем можно добиться качества. Нет, это не значит, что перемены битрейт это плохо, но просто именно твой аргумент. Так себе. Как бы бывает, что специально делают плохие форматы для экономии там места там и так далее. Для экономии. Которые в принципе плохие форматы. Не знаю, что делать. Ну не знаю, что делать. Ну как можно было это? А что тебе нужно в PowerPoint? Я, ну, так, не особо. Ну, что-то делал. Ну. Ну, Тор, заставляю это понятие относительное. Можно сказать, что заставляешь сейчас Defender относительно. Ну, я согласен, что Кобо больше, ну, практически не появится. Как бы теоретически алгоритм может кривовато сработать и не успеть повысить битрейт. Но, как правило, все нормально. Ну, почти не нанес урона, но выжил. Хоть первую стадию не надо перепроходить. Удаляй. Да, я думал, это забей. Вот же так промазать было. Но это должно добить его. Бомбермен! Соник Зенэн. О, как у него подгорает, а? У Соника. Что-то подгорело его просто. Че, не можешь достать, да? Горит. Ну что ж, Градиус! Последний этап. Итак. Чёрт, что он делает?
Есть же, есть! Боже, на Mirror Mode пройден! Есть! Все, зазеркалье очищено от всяких вонючих овсянок. Фу. И эпичная песенка. Теперь. О, тут не тут не. А, тут управление опять зазеркалировалось. То есть я сейчас жму влево. Привет, Муря, да, удачно. Thanks for making all the attacks dodgeable. Поняли, да? Все атаки dodgeable. Потом к Тору придите, это скажите. Maker of the game. Солгрин, блин, вот... Кстати, кто такого человека, блин, воспитал? За что такие игры делать? Не, ну классно, на самом деле. Да я уже давно call yourself the Bashi now. А сам Сэмпукин? Тан-тирадя! Любимый гравитрон Торча. Sonic the name, speed my game. Можешь замутить, в чем проблема-то? You must die. Что-то, блин, чел раздражает. Тут звуки ня или там это, what the fuck чаще всего встречаются на good level дизайне. Тут well done обычно он говорит, когда помираешь. Привет, Брим. Это самый тяжелый момент в игре, как я понимаю. Именно на average. Ну это босс, который ничего не делает. Такой не очень. Он даже когда что-то делает, все равно не очень. Шоковый шалман, ты Камилию не видел. Третью. Да и вторую. Вторую, может быть, увидишь, если подпишешься на мой канал. Ой, я впервые предложил подписаться на свой канал на своем стриме. А, овсянки в зазеркалье больше нет. Все. Камилю вторую буду проходить потом на стриме. Так, write your name. Судалф. В скобках. Mirror mod. Окей. Все, score submitted. Можете заходить на ivbtb.solgrin.org и увидите там мой результат на Mirror mod. Это 2228 смертей. Все. Все. Урашеньки, Боши на Mirror Mode пройден. Все, теперь вы узнали, что такое Mirror Mode. Не знаю, что за игра, но вот, может, узнаешь. Только я тебе играть не советую, честно. Особенно в третью. В третью ты тупо не пройдешь. 228.
Трудно назвать человека, который не знает Bosch. Ну нет. На СК2 ТВ может быть, а среди моих знакомых никто не знает, что такое Bosch, кроме тех, кому я уже рассказал. Ну что ж, на этом стрим заканчивается. Я даже не так скажу. На этой хорошей и радостной ноте этот стрим заканчивается. Я очень боялся, что я не убью Солгрина за этот стрим, и будет бесполезный стрим, на котором я не добился никакого прогресса. Вот. Нет, все-таки мы завершили эту игру. Эстафета. Не, почему пророк же? Пророк прошел. Эстафета передается Тору. Тору Портефу. Который хочет сменить, кстати, ник себе там на Good Game. Ну это ладно. В общем, все. Ну, как обычно, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чатик. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся.